В казахских школах Узбекистана не хватает художественной литературы. Дети местных казахов нуждаются в произведениях на родном языке. Они нужны для воспитания молодого поколения в духе национальных традиций и для пополнения словарного запаса, отмечают наши соотечественники. Как решают проблему, выяснял Жасын Біркенов. Это Нижний Черчикский район, одна из необычных местностей Ташкентской области Узбекистана. Здесь с далеких лет живут казахи. Им удалось сохранить национальную культуру, традиции и обычаи. Но беспокоит наших земляков судьба подрастающего поколения. По словам местных жителей, в школах не хватает элементарной художественной литературы на родном казахском языке. Эта школа в селе Егазата носит имя Жамбыла Жабаева. Но, к удивлению, в учебном заведении, названном в честь поэта, нет достаточного количества его книг и произведений других казахских литераторов. Учителя беспокоятся, что дефицит книг казахских классиков повлияет на то, что молодое поколение потеряет интерес к родному языку. Если на чистоту в казахских школах Узбекистана не хватает литературы на казахском языке, наши дети хотят читать произведения Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева и других поэтов и писателей. Они хотят познакомиться с их жизнью и творчеством. Если дети не будут читать литературу на родном языке, то они могут забыть традиции и культуру наших предков. Их словарный запас может сократиться. Собираясь на эту съемку, мы уже знали о существующей проблеме местных школьников. Поэтому приехали не с пустыми руками. С дипломатами из посольства Казахстана в Узбекистане мы собрали учебному заведению села около 20 книг из личных библиотек. Мы очень рады. Мы благодарим вас и сотрудников посольства. Эти книги найдут свое почетное место в нашей библиотеке. И наши дети будут их читать. Спасибо. Мен казахпын деп мақтанамын. Уранға алаш деген атталамын, сүйемін қазақ өмірі. Өзім қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын. Өзім үйде көркем әдебиет шығармаларын оқып тұрамын. Художественную литературу читаю дома. Заучиваю стихи и читаю строки из творчества Жамбыла Жабаева, Абая Кунанбаева, Султанмахмута Торайгырова. Но в нашей школе нет книг по казахской литературе, кроме учебников. Спасибо вам за такой бесценный подарок. В Узбекистане более 300 казахских школ. И проблема с нехваткой книг, как отмечают жители, повсеместно. Местные казахи делают все, чтобы дети знали больше о наших великих поэтах и писателях. Однако для этого им не хватает необходимых ресурсов, чтобы в полной мере прививать подрастающему поколению духовные ценности и знания. Жасын Біркенов и Калижан Оспан, Хабар 24, Ташкентская область, Узбекистан.